жизни мало людей, так похожих на солнце, но они все же есть. Важно их разглядеть. В васильковых глазах аж на самом их донце затаилось все то, что способно согреть. С ними рядом легко, удивительно просто, не болит голова от того, что сказать. Ощущаешь себя уважаемым гостем и готов до рассвета дела обсуждать. Не осудят, поймут всей душой, если нужно, и ошибок не скроют. Их так объяснят, что на сердце вдруг станет легко и воздушно, словно ангелы в небе с тобой говорят. С ними хочется жить благородно, роскошно, не тонуть в мелочах, разрушительно все. Другом быть, бескорыстным, немнимо надежным, настоящим и чутким. Ведь это легко. И я счастлива тем, что таких я имею. Они солнце мое, и закат, и рассвет. В разговоре я с ними душою светлею, и без них настоящей не буду я. Нет, пусть проходят года, с яблонь цвет облетает, и стареет все то, что способно стареть. Я друзей настоящих своих прославляю. Им спасибо за то, что умеют так греть.